Этот золотистый ретривер когда-то имел собственный дом, любящих хозяев. А потом в одночасье Голди оказался не нужен людям. На улице ему пришлось не сладко. Уличные псы не приняли ретривера. Они искусали несчастное животное. Поэтому Голди не придумал ничего лучшего, кроме как забиться под старый сарай. Служба контроля животных обнаружила бедолагу но пришлось потратить немало времени, прежде чем удалось достать ретривера из убежища. Ведь он никому не верил. Спустя некоторое время внимание и забота принесли свои плоды. Стало ясно, что Голди готов к усыновлению. Увы, долго для него не находилось хозяев. Но потом произошла встреча с волонтерами из другой организации, которая тоже занимается спасением животных. И это была любовь с первого взгляда. Удивительно, что эта же пара раньше взяла в данном приюте золотистого ретривера, с которым провела немало счастливых моментов. И теперь им на глаза попался именно Голти. Пес обрел новых любящих хозяев.